То есть сначала getting over it, после этого only up, а теперь какой-то бетон брутал или брутал, я уж не знаю, как правильно. Друзья, ну давайте посмотрим. Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на канал, и сегодня мы поиграем в игрушку под названием бетонный брутал, или я не знаю, как перевести, короче, бетон брутал, она так и называется, и я узнал о ее существовании от вас. В комментариях вы мне написали: Саня, а ты в курсе, что помимо, ну, твоей любимой Getting Over It, в которой я очень много нервов оставил, провел очень много времени, помимо Only Up, тут я просто промолчу, есть еще одна относительно свежая игра, которая называется Бетон, Брутал Бетон, как он там, я уже забыл даже, очень, очень странное, не особо запоминающееся, непонятное название, но тем не менее, короче, я так понимаю, что... А, все? Я еще и смотрю, игра, короче... Так, стоп, подожди, можно чуть-чуть потише сделать? Очень громко. А, это сенситив, блин. Я тут что-то... Я убавлял. Подожди. А, нет, вот, все правильно, вот тут вот. Вот что-то... Музыка очень напряженная какая-то играет. А, я смотрю, игра весит... 300, что ли, мегабайт? Я сначала не понял. Так, ну это какая-то прям такая игрушка, созданная для рекордов, или что сейчас? Я просто не понимаю. Так, давай сенситив сделаем вот так, наверное. Ага, а можно как-то выключить сейчас? Я просто ничего не настроил, сразу запустил, начал запись. Можно как-то поднастроить, чтобы FPS лимита не было? Мне не очень комфортно играть в 60 кадрах, хочется 144. Тем более, я так понимаю, тут все должно быть как-то быстро, наверное, динамично. Так, дайте немножко поколдую, и сейчас посмотрим, что это вообще такое. Так, на самом деле у игры очень-очень гибкие настройки. То есть, ну там, сенса понятно, тут даже можно настроить, ну это самый, как его, FOV. Ну то есть, типа, насколько, кстати, вот так вам поприкольнее, наверное, да, на 90. Давай чуть-чуть, вот где-то 85, может, 80, ну да, 85, мне кажется, нормально. Так, подожди, хорошо, дальше, то есть, подожди, не, мне сейчас это напоминает, знаешь, что? Это прям откровенно, нет, сенса все-таки большая, можно как-то по стоку ее вернуть? Я просто ее дернул, думал, что это громкость, и... Так, подожди. Ага. То есть настолько мне нужно быть аккуратным. Подожди, суть игры, короче, ну, то есть у нас сразу запускается автоматически сверху справа секундомер. Слева написано вертига 0%. Я не знаю, что это такое, что это может значить, почему не даст 2. Так, подожди, и что? Я должен найти, короче, путь наверх или что? В чем смысл-то? Ну и смотреть вверх там как бы пипец. Ну наверняка эта игра как бы с замыслом, опять же, выше... Пизже, назовем это так, потому что... Так, подожди, то есть... А, так еще и надо маршрут из... смотри, лестница есть. То есть мы должны... Так, а он бегать-то умеет? Я не понял. Нет, это подожди, это... На Ctrl быстро бегать, а на Shift наоборот медленно? Ну, ладно, просто мне это немножко сейчас как-то непривычно пока... Подожди, правильно же? Ой-ой-ой-ой, слушай, ну это прям какой-то паркур, только у меня вопрос, почему... Почему реально все из бетона? То есть чем вдохновились... Разработчик. Я уже боюсь представить. Я клянусь вам, я ни одного стрима не видел. Наверняка же сейчас есть тоже. Понял. Есть всякие чуваки, которые бьют рекорды. Ну как это. То есть это чисто спидранерская игра, которой нужно показывать свой скилл. Нужно делать максимально четкие движения, иначе как бы ты упадешь вниз. Но пока как бы у нас как таковых сложных мом. Охренеть. Это прям надо быть ювелиром. То есть я сейчас вот, я упал несколько раз, очень-очень интересная механика игры, нужно прям подпривыкнуть. Мне это напоминает сейчас реально, знаешь, и по графике, и по всему, как будто я играю в CS 1.6 на КЗ мапе. Кто в теме, поставьте лайк, напишите в комментариях. Слушай, ну это местами опасно, но я понимаю так, что это только разминка, я не знаю, вот сейчас я сейчас попробую, конечно, так, подожди, там сюда. Я попробую, конечно, сейчас куда-нибудь дойти, ребят, вы так оцените. Ну, интересная физика, она необычная, не знаю, как объяснить. То есть, физика прыжка, физика... Тихо-тихо-тихо-тихо, в самый низ, главное, не упасть. Я куда-то спешу, я уже как будто на рекорд иду. Слушай, ну это, по крайней мере... Подожди, а тут можно прям рестарт ран, да? И типа пошел сразу такой, да? То есть, бля, почему на контрол, я не понимаю, быстро... Охереть, так, тихо-тихо-тихо, подожди. Я понимаю, что это глупо с моей стороны, сейчас сразу... Типа пытаться на рекорд, это нужно максимально точно делать прыжки. То есть на самом деле здесь, я так понимаю, суть в четкости движений. Потому что за счет того, что, опять же, ты можешь прыгать с ускорением, ты можешь прыгать с замедлением, видимо, ты можешь прыгать просто. Ты еще должен все делать расчетливо, потому что сколько раз сейчас было, что я просто упал по своей глупости. То есть я там либо перепрыгнул чуть-чуть, либо как-то нажал лишний раз клавишу, хотя не надо было ее нажимать.
Блин, ну интуитивно это все понятно, и главное, если не спешить, то есть смотри, в принципе, да? В принципе-то, да? В принципе, что-то получается. Блин, ну наверняка, я, конечно, не по-спидранерски сейчас что-то делаю. Наверняка есть какие-то лазейки. То есть они сделали, по сути... Ну это не бани-хоп, конечно, это не бани-хоп, который там в КС был. Это просто именно вот КЗ-карты, которые наверняка сейчас есть в CSGO, просто я что-то не особо играл. Да блин, подожди, что это уже подстава какая-то, в смысле? Там как, там еще с обманками. Эта музыка заиграла, потому что я ёбнулся, или она, в принципе, будет как бы по-разному? А что такое вертига 0%? Вот это меня волнует. У меня снизу слева написано вертига 0%. Вертига как вообще переводится? Может, тут еще какие-то хоррор-элементы есть? Может, тут у меня выпрыгивают скримеры какие-то или еще что-то? Слушай, вот как бы, да, вроде как-то... Как-то я сейчас себя чувствую неловко. Вроде ничего сложного, просто из-за того, что я спешу... Я сейчас не могу, блин, пройти какое-то просто начало. А если смотреть наверх, там пипец. И я так понимаю, учитывая, сколько вы писали мне об этой игре... Саундтрек напряженный. Я бы убавил, потому что он прям что-то долбит. Мне лично очень сильно долбит. Чуть-чуть... А, можно ее отдельно. Music Volume. Во. Пожалуй, вот так. А, эта игра наверняка сейчас типа на хайпе, да, я так понимаю? То есть... Как бы... Бля, вот что-то вот вроде ничего сложного, но ты понимаешь, что... Так, подожди, надо очень хорошо подумать, чтобы я головой опять... Никуда... Не пизда... Данулся. Так, подожди. Блять, он очень резко это делает! Меня напрягает! Подожди, дай подумаю. Подожди, стой. Сюда, наверняка, да? Бля, вроде вот вообще ничего сложного. Бля, я хочу посмотреть на спидран. Я... Так, подожди. Ну это вряд ли сохранение, наверняка в такой игре сохранения не будет. Так, подожди. Я же оттуда пришел. Нет, я не оттуда пришел. Подожди, продолжаем. Каждый раз наверняка меня преследует какая-то новая опасность. Так, подожди, туда или... А, смотри, что-то рушится. Что такое вертига 0%? Я не понимаю, что это такое? Так, сюда, наверное. Блин, еще... Я еще не до конца привык к физике. Блин, ну залипательно. Не, залипательно. Теперь я просто понимаю, почему мне советовали в нее поиграть. Так, а куда? Туда? Я не знаю, правильно я сделал или нет. Так, лестницу, вижу лестницу. Если надо вверх, значит надо вверх. Так, подожди, вот это... Тут вообще будет какой-то выбор маршрута или... Мне все время хочется назад сделать. Но на самом деле, смотри, четкость в том, что ты куда приземляешься. Так, вниз, наверх. Типа, подожди, а мне кажется ли, я могу вот так сделать и немножко срезать? Да? Или нет? Подожди, а нахера вниз? Если бы спустился вниз, дальше куда? Подожди, что это? Там какой-то портал, может, был? Блять, хуй знает. Короче, я пока идется иду, пацаны. Мне все время, знаешь, вот, короче, непривычно то, что у него нету... как его? Он не прокатывается дальше. То есть ты вот, оп, запрыгнул, и он не... хочется все время затормозить, как будто он дальше побежит, а нифига. Он, то есть вот ты вот запрыгнул, и ты находишься в этой же позиции. Надеюсь, я правильно объяснил. Ух, блять, вот это опасно было. Так, по кустикам. Вот что-то мне не нравится. Сейчас как будто надо вниз. А если мы там уже были? Блять, еще темно так довольно-таки, да? Слушай, ну спидранить с первого раза эту игру не получится, потому что ты как минимум думаешь, куда тебе дальше. Я не пойму, я там был или нет. А, нормально, кстати, я поднялся так-то, да? Ну, наверняка 54 метра за 4 минуты. Не знаю, хороший ли это результат. А тут что? Тут у нас... Вот смотри, то есть здесь вроде вариант куда-то пройти, хотя я тут не был. А, был, почему? Я же отсюда пришел. Так, блядь, мне уже глючит. Так, все, тихо. Значит, наверное, сюда. Наверное, блядь. Так, подожди, я здесь не был. Я здесь однозначно не был. Я правильно сейчас вообще это делаю или нет? Так, сюда. А сюда точно я не назад куда-то вернулся. Какой-то, смотри, что, цветочек какой-то. Что это такое? Ничего? Нет, стоп. Я тут был! Подожди, это обманка! И что-то отсюда пришел, блядь. Вот в этом сложность, пацаны. Смотри, ты должен еще понять, найти, может быть, какую-то...
Подожди. Это как раз таки то место, где я еще рассуждал, зачем лестница вниз, правильно? Ага, здесь можно... Нет, стоп, я здесь подниму. Так, короче, проще смотреть на самом деле по метрам, потому что выше пизжа, правильно? Подожди, нет, все правильно, я иду, по-моему. Да? Блять, так опасно, пиздец. Ребят, не знаю, оцените просто так, чисто плюс-минус мой рекорд, который я сегодня поставлю. Прикиньте, пройду игру, я даже не знаю, что сколько. Мне вообще-то кажется, что она очень высокая. Блять, опасно. То есть здесь можно провалиться, если вы думаете, что тут как бы... У меня единственная ошибка, которую я допускаю, это то, что я жмакаю назад. Думаю, что я таким образом остановлю персонажа, хотя он дальше не скользит. Это точно туда? Я вижу единственное решение, но оно выглядит как будто нереальным, блядь. Я не хочу упасть. Или туда? Как будто туда. Пробуем. Я не знаю, правильно ли я это делаю. Я делаю так, как... А! Пизда. Я здесь был, да? Я здесь был? Даже нет. Я здесь нет. Ты должен еще искать правильный маршрут, это пипец! Подождите, я ничего не понимаю. Я здесь не был или, не... или был? Там нету никакой дырки. Так, подожди, вот здесь вот это что такое? Это хороший знак или плохой? 62 метра, а сколько я был? Так, вот здесь можно подняться. Вот здесь можно подняться, поэтому я иду сюда. 62 метра. Надо запоминать, потому что, видишь, по этой можно ориентироваться хотя бы. Так, сюда. 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 69 метров. А, наверняка туда. 70 метров. Так. Так. Так, 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 так. Вот это вот выглядит очень опасно. Вот это выглядит очень опасно. 69 метров, чуть-чуть ниже. И все. А куда дальше? Подожди, 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 подожди. Как будто тут есть... А назад-то я не смогу. Не, я не хочу рисковать. Я не запрыгну, наверное. Подожди. 69 метров. Я не понимаю, куда дальше. Слушай, тут еще головоломки. Ну да. На эту штуку вряд ли, да? Бля, если по ней надо прыгать. Не, хуйня, я туда не долечу. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, 70 метров, да, пока что мой рекорд. А если я упаду туда, это плохо. Но это не так плохо, если я упаду туда. Так, подожди, ну вот как будто нет-нет-нет. Ну тут по-любому есть неверные какие-то маршруты, пацаны. Я не знаю, но здесь у меня варианта нет. Мне надо на ту платформу хотя бы прыгать, иначе мне тут не засейвить. Я могу, конечно, попробовать сюда вернуться, но... Вот, например, сюда уже запрыгнуть мне не хочется, как будто... А, нет, могу. А... Где я? Блять, пизда. Прям пиздец. Ну вот вообще пиздец, полный причем. Причем полный. Так, подожди, 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 куда? Я не понимаю, что такое, во-первых, меня интересует вертига, во-вторых, мне... Это что-то нереальное, это реально головоломка, ты понимаешь? Это типа не просто так, и возможно сейчас оказавшись... Подожди, мы здесь были. Вот, я сюда прыгал. 48 метров, звучит как бы хреновенько, согласен. Звучит как бы хреновенько, согласен. Не хочу смотреть вниз, не то что я боюсь прям высоты, но, блядь, просто не хочу. Так, вот, мы здесь оказались в итоге, вот это перилина. Вот это мы пробегали, тут вариантов больше никаких совершенно нет. Смотри, да? Может быть, ты как-то должен, типа, кругом проходить это все? Здесь приходится вниз все равно прыгать. Дальше мы это проходили. Слушай, ну на самом деле... Ну, то есть, это факт, что за спидранить с первого раза ты это не сможешь. Просто потому, что ты не понимаешь вообще. Ты, во-первых, еще ориентируешься в механике игры. Ты смотришь, что да где да как. Так, ну учитывая, что мы были на 70 метрах, пока, конечно, меня эта ситуация не особо радует. Так, здесь по-любому вот так вот. Здесь по-любому вот так, вот так, вот так. Да, ну прикольно все равно, не знаю. Я вообще люблю, знаете, эти рекорды всякие, вот это вот все, но... Что-то как-то пока не понимаю, как у меня это все вообще получается. Так. Не знаю, ребят, не знаю, насколько я хорош или плох. Я делаю то, что могу. 68 метров. Вот, мы вернулись туда. Только теперь вопрос, куда здесь надо было дальше идти? Так, 70... Кстати. Кстати. Кстати, мы здесь были? А, ну вот, вот это ключевое место. Это самое высокое место, до которого я добрал, 74 метра, но... Мы можем туда. Потом непонятно куда. Блять, ну я прям чувствую, что я не допрыгну. Мне, конечно, можно... Подожди. А если мы...
по забору, типа, про... Ну я же не знаю, подожди, это странно. Видишь, как бы там как будто есть забор, на который мы можем запрыгнуть, но игра нам, нас этому не учила. Я не хочу рисковать сейчас. Так, подожди, хорошо, если я сделаю вот так... Охуеть. Это еще можно и не допрыгнуть? Ебать. Ну, ребята, ну что я могу сказать? Не, в целом... Попахивает тоже историей такой на стрим, например, да? Потому что нервов, я думаю, уйдет много. То есть, смотря опять же наверх... Бля, напишите как-нибудь... Ладно, напишите, сколько рекорд у этой игры. Хотя по рекорду нихера непонятно. У онляпа там тоже, блядь, рекорд 17 минут. По итогу его пройти за 17 минут практически невозможно. Поэтому... Опасно сейчас было. Поэтому просто Опасно. Я начинаю спешить, видишь? Вот оно к чему ведет. Просто... среднее какое-то время, что ли? Или высоту напишите, какая здесь высота... Хотя, блин, нет, это какой-то спойлер будет, что ли. Ну ладно, ничего не надо писать. Просто напишите, хотели ли бы вы, чтобы я на стриме прошел это. Так, подожди. Смотри, давай откровенно. Вот то, что мы видим. Если игра хочет от нас каких-то новых движений, в принципе, рискованный шаг туда. Мы туда пробовали. Дальше я, правда, не понял, куда нам нужно. А, вот эти белый свет меня смущает. Может быть, он как-то подсказывает. И еще я вижу, как будто вот тут вот можно на перилину забора, но это такой шаг, что не получится, я начинаю все заново, называется. Поэтому, наверное, пока что я делаю вот так. Видишь, как будто можно на этот забор... Ага! А, нет, подожди, можно как будто. Блять, очень странно. Очень-очень странно, ребят. Так, подожди, отсюда... Мы допрыгивали туда, да? Да, допрыгивал. Ебать, я такой, оказывается... Нет, не допрыгивали. Или допрыгивали. Допрыгивал! Я, подожди, я ж там был! Или не был? Ебать, меня глючит. Так... Так, ребята, тут, короче, тут нужен мозг. У меня его нет. Держу в курсе. У меня нету, к сожалению, мозга, поэтому... Странно, что тут не сделали какую-то обманку, типа, что можно провалиться. Потому что вот как бы либо здесь несколько ходов и решений, например, задач, и я не могу найти ни одну, либо здесь только один правильный путь, и я не могу его пока понять. Тут два варианта, как бы, другого не дано. То есть вот здесь мы уже собирались... Как понял, сейчас. Секунду. Здесь мы уже были. Да, 71 метр звучит неплохо. Вот, и дальше вопрос. Подожди, а вот на эту штуку-то я прыгал? Подожди-ка. Вот этого вам я не пробовал. А тут дальше некуда. Да чё за херня-то? Подожди. Стоп. Отбой тревоги, пацаны. Я просто слепой. Я сам слепой. Ой-ой. Опасно. Не нравятся мне такие движения. Больше не хочу такое повторять. Так, сюда. 75. Блядь. Ля-ля-ля. Ух ты, бля. Так, это мне сейчас повезло, да? Я правильно понимаю? Подожди, куда там мне надо теперь вернуться? Это я где оказался? Как же ты путаешься здесь? Это просто не... А, наоборот, туда. А, подожди, все нормально. Все нормально. Здесь такая как бы сейф-зона есть. То есть, если ты... Опа. Видишь? Оп, ты можешь засейвить. Нихуя, я уже прошарил. Блин, мне интересно, вот кто с первого раза тоже. Вот на 14 минут, и я здесь как бы. Это хорошо или плохо? Так, мы здесь, а. Мы здесь, а. Наверное, сюда-ся. Надо сюда-ся. Сюда-ся. Наверх. 76, хорошо. Не, ну сатен надо пробивать, пацаны, я считаю. Сатен надо про... Так, тихо, не понял. Пока как бы явных подлянок я не вижу. То есть, ну как бы ты реально можешь сейвиться. Это что за петух? Что это такое, блядь? Ты реально можешь... Это где я, блядь, сейчас? Это плохо, да? Это как бы вроде сейв, а вроде непонятно куда дальше, блядь. Блять, я поспешил. Подожди, куда мне лучше вернуться? 74 метра, это я тут. А, заебись, тут вообще жесткие сейвы на самом деле. То есть пока я не испытал прям, что пипец, все, я чуть не упал, блядь. Еще, кстати, знаешь, что я заметил? То, что не было еще ни одного момента, где надо было прыгать с замедлением. Так, тут вроде не опасно, но лучше не допускать... Не знаю, друзья, первый раз играю. Ну, я надеюсь, все понимают, да, что это мой первый запуск. Либо я как-то не очень играю, либо нормально. Тут два варианта. Так,
как бы вроде да, да, вот там что-то есть. Вот я не пойму, здесь есть обманки или нет? А тут вариантов нет, тут все в зарослях, во-первых. Вот эти штуки, я на них пока не попаду. Бля, прикольно, 90 метров я преодолел. Смотри, мы можем на забор. Ну, как будто это рискованно. Хотя, с другой стороны, как будто это жесткий срез. А, нет, там... Не, он не так высоко прыгает. Так, ну давай, я думаю, что даже если не допрыгну до забора, я там-то останусь, но нам, видимо, туда. Че, пробуем на забор? Это сейчас что-то было на... Ну, сейчас что-то крутое сделал или хуйню? И что дальше? 90 метров. Ага, один хер туда, да? Так, подожди, а если мы сделаем... И чё? И чё? И чё дальше? Бля, тут как бы, видишь, такой круговорот. Ёбаный в рот, блядь. То есть, типа, надо всё-таки иногда вниз, что ли? Подожди, ну здесь я не был. Значит, я все делаю правильно или что? Или пока непонятно? Бля, ну залипательно, да? Все равно что-то в этом есть. Подожди, я не был тут? Не был. Не был, не был, не был я тут. Не был, не был, не был я тут. Бля, какой же рекорд? Какой же рекорд у этой игры? Мне это теперь не дает покоя. 93 метра, пацаны. Так, подожди, мы выше, да, идем? Выше, выше, выше. Все, идем, идем, идем. Ебать. 100! 100 за 17 минут! Ну, наверное, гордиться нечем. Ебать, я был там сам внизу. Ахи. Что за звуки? Что за звуки сейчас были? Не знаю, насколько это хорошо или плохо для первого раза, пацаны. Бля, вот так, кстати, может быть и подлянка когда-нибудь. Подожди. Стоп, 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 стоп. Надо аккуратно, видишь? Надо аккуратно. Так, вот здесь сейчас поднялся и сразу... Оп, стоп. Так, дальше куда? Сюда? Я даже, знаешь, я такой, не изучая, не смотря. Точно, да? Блядь, я надеюсь. Вот эта хуйня как... А может, она может обваливаться? Что такое вертига? Она чисто это визуально обваливается, или она реально, блядь, может обвалиться? Мне вот что интересно. Так, тихо, что это такое? Я не знаю. Это сейв? Что-то слишком много сейвов, нет? Так, подожди, а как вернуться теперь обратно? Подожди, вот эту штуку... Я прям переживаю, я боюсь, знаешь, что когда-нибудь будет такой момент, что я сейчас упаду, и в итоге назад пути не будет. Так, здесь просто по кругу, но мне при этом как бы не легче от этого, потому что... А как наверх теперь попасть? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, по этой штуке только? Ну ладно, давай заново. Блин, ну тут реально пока есть сейвы, то есть я не скажу, что это жестко. Но это залипательно. Это залипательно. Наверное, все равно можно так упасть, что будет неприятно. Так, точно же? Ну, наверное... Я вроде бежал уверенно. Я причем, кстати, действительно такой паркурист. Так. Бля, наверняка спидранеры это делают вот так, да? Ебать! Unstoppable man. Ух, ёпта. Бля, кусты еще эти ебучие. Правильно я делаю все, нет? Блять, я надеюсь, что да. Охуеть. По-моему, пацанчик шарит за дизайн. Чё? Какой дизайн? Я не знаю, насколько я это быстро или хорошо сделал, пацаны, но... Я прям, знаешь, вижу и бегу. Вижу и... Так, тихо. Подожди. Так, это куда? Это туда? Скорее всего, да. Опасно сейчас было, надо было лучше... Что за звуки, блядь? Какие-то блядские звуки, я не понимаю. Они меня пугают, реально. Бля, дырки прям с подъебом, то есть уже началась такая тема, что ты если... Чё? 120 метров. Ребят, хорош ли я или плох, решать вам. Потому что я не могу оценить, я не видел ни одного видоса прохождения, кто там что за сколько минут сделал. Наверное, в принципе, я уже могу посмотреть, по крайней мере. Бля, ну там пиздец. Нет, это, наверное, это не на... Меня пока, на самом деле, с одной стороны радует, с другой стороны, не очень, что очень много сейвов. Хотя, может быть, мне везет. Может быть, я мог реально... Я же там падал, как бы, поначалу. Бля, ебать, охуенно. Какой-то прям такой, знаешь, залипательный эффект у этой игры. Так, дальше-то куда? Туда? Наверное, да. Да? Ну да. Так, сюда. Прям залипаешь! Подожди, опа! Это что, я правильно понимаю, что надо... Да ладно, подожди, только не как в КС это работает. Ага, здесь надо это делать с... Бля, вот сейчас, по сути, наверное, одна ошибка и пиздец мне.
Ну, я имел в виду... Блядь, зад... А, ну да, подвешивает, но не так, как могло быть. Я-то думал, совсем можно пиздануться вниз. А может, реально мне везет? Может, мне... Бля, подожди, я не понимаю. В КС я бы понял, как это сделать. Здесь это не так работает. Здесь надо W не отпускать, по крайней мере. Механика другая. 23 минуты, охуеть. Так. Опа. Опа. Так, пацаны, начинается уже... Опа, вот это уже сложная какая-то хуйня. Видишь, надо вовремя остановиться. Так. Я бегу, я пацан простой. Вижу цель, бегу, бля. Чё мне... Чё мне-то? Ну... Это, кстати, между прочим-то, я так-то оказался хер пойми где. Вот, пожалуйста. То есть я, скорее всего, просто очень долго мучился в начале. И поэтому мне казалось, что наверняка я должен был минут за 10 быть тут. И вот это вот все должно было начаться у меня. А у меня началось это... Ну, недалеко я, конечно, улетел. Могло быть хуже, но такое. Бля, очень прикольно. Вроде вот просто все... О, вертиго! Процент вертиго растет! А что это такое? Падает. Блядь, а что это такое? Бля, что такое вертиго-то? Это дух какой-то, нет, по-моему? Или я что-то не то, блядь, помню. Я довольно быстро сюда вернулся. Я уже свояк, ты заметил? Я уже прям, бля, ебать, туда-сюда, туда-сюда. Все равно, конечно, не хотелось бы падать. Угу. 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 Так. А, подожди, а если остановлюсь, то есть, скорее всего, здесь тоже сейвов нет, я правильно понимаю? 22 минуты уже, 22 минуты. Так, подожди, где-то я тут упал, причем так довольно-таки глупенько, да, это сделал. Так, сюда. Бля, ну распрыг такой работает небольшой. Бля, придумаю же, а, я не понимаю, как это вот это все настолько вроде просто. Опасно сейчас было. Ой-ой-ой. Вот выглядит как будто как какой-то... Блядь! Вертиго 3.32. А, дух. Может быть, типа, захватывает... И хули, толку, что у меня дух захватывает. Блядь, я упал хуй пойми куда. На самом деле, здесь уже пиздец обида. Продолжать. Нам туда же, да? По-моему, туда. Или нет? Или наоборот, я сейчас, блядь... Блядь. Я не туда пошел? Я забыл все, хуям. 80 метров. Пизда. Не, согласен, ладно, я зря выпендривался. Мне просто, наверное, слишком везло в этой игре. И именно поэтому я почувствовал некую, блядь, свободу. Ага. На самом деле, здесь вроде как и надо спешить, а вроде как и не надо, потому что одна ошибка и все, и обида невероятная. Это... Все, пиздец. Ну это все, это я уже вошел, блядь, хер пойми куда. Все, 82 метра. Я тут был, блядь, минут 10 назад. Короче, ребят, это, похоже... История для стрима. Правильно я понимаю? Не знаю, хороший ли у меня результат. Но, естественно, та игра, которая надо до конца. И, знаете, вот он... Вот, ну, вы знаете, что я люблю вот это на рекорды, ля-ля-ля. Поэтому я-то только с радостью. Подожди, нам вниз сразу тут надо было, да? Я уже забыл все. Я уже все забыл. А, это здесь, ебать, 50 метров. Это вообще начало. Короче, ребят, я хочу это пройти. Я хочу это пройти на стриме, если вы за. Я не знаю просто, как, на самом деле, может, эта игра не такая, условно, там, популярная или для зрителей интересная, как Only Up. Согласен, в Only Up там как бы покрасочнее все. Здесь как бы такая атмосферка угнетающее в том плане, что темно, с фонариком, что ты бегаешь непонятным трупом каким-то. Но все равно, согласитесь, игра зачетная. Я думал, честно говоря, что это что-то вообще максимально непонятное. Потому что ее название даже, блядь, непонятно у этой игры. Я ждал худшего, как будто. Знаешь, вот честно тебе скажу. А она на самом деле такая, вот залипаешь и понимаешь, что не хухры-мухры, блядь, игрушка-то, блядь, цепляет. Все, ебать, у меня спидран пошел. Сейчас давай попробую. Давай попробую быстро. Уже пофиг, упаду, не упаду, просто... Да, блядь, что не могу Alt нажать? Ой, блядь, Alt, Ctrl. Так, подожди, куда там в итоге? Вот туда? Вроде да. Я не знаю, возможно, как-то можно допрыгнуть там. Скорее всего, можно, просто я еще этого делать не умею. Так, все, просто нон-стоп. Бля, куда дальше-то я забыл? Куда? Точно. Все время одно и то же повторяю. Так, ребят, все, до первой ошибки. Падаю, так падаю. Давай, пробую просто на агрессии. Ебать! Охуеть! Я спидранер, пацаны!
Так, подожди, подожди, подожди. Сюда, по-моему. Еба, чувствую себя реально спидранером. По-моему, туда. Я не знаю, работает ли как КС вот так вот подрагивание мышки. Мне кажется, что нет, это я просто так уже от себя что-то. О, это то место. Ух ты, блядь, нихуя. Нихухры-мухры. Пацаны! Ха-ха, нет, так-то, я говорю, во-первых, уверенности добавляет, конечно, когда ты уже куда-то дошел. Это, конечно, с одной стороны, плохо, потому что ты можешь ошибиться. А с другой стороны, как бы тебе... Блядь. Мне хочется красиво так, знаешь, удивить своим распрыгом всех, но... Тут просто, видишь, по-разному расстояние. Вот, например, где-то то уже надо подтормозить, например, а где-то... Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так. Прикинь, сейчас дойду туда, где был. Бля, так я ж тут был. А, я отсюда тоже ёбнулся. Ой, какой кошмар. Куда здесь? Ага. Так, подожди, я уже не помню. По-моему, теперь надо... А, вот тут я срезал-то в итоге или что? Да, походу, ебать! Или нет? Так, подожди, что тут должно было быть в итоге? А, да, блядь, ничего не срезал. То же самое. Бля, мне нравится игра, в которой голова начинает, блядь, просто не понимать, что происходит. Так, правильно же, да? Я опять забыл. Или я сейчас что-то сделал не то? По-моему, все то. Или не то? По-моему, все то. Бля, я пытаюсь, пацаны, сделать это быстро, четко, но... Когда расстояние между этими штуками разное, честно, сыкотно. Я стараюсь это делать, по крайней мере, каждый раз все быстрее и быстрее, но... Знаете, одна ошибка может привести к чему-то печальному, поэтому... Так, это мы здесь 100 метров, да? Я уже забыл, что-то надо было. Ага, наверх. Ля-ля-ля, побольше бы лесенок. Так я, в принципе, вернулся, слушай, я, в принципе, Забыл опять. Я, в принципе, практически вернулся. Но кто это придумал, я не понимаю. Почему именно такая атмосфера, вот мне интересно. Есть же ответ на этот вопрос. Не просто же так это. Не просто так они решили взять такую локацию. Это может быть по какому-нибудь фильму, блядь? Чувак в бетонных блоках, блядь. Не было такого фильма? Никакого? Бля, ебать, просто профи идет. Просто профи идет, пацаны. Внимание. Работает профессионал. Бля, на самом деле я потом как-нибудь... Я не буду сейчас смотреть, если уж мы решим это спидранить. Ну, не спидранить, ладно, проходить на стриме. То, конечно, я смотреть, подглядывать не буду, что там, как, кто как сделал. Но, прикинь, я потом посмотрю спидран и такой, типа, бля, ебать. Кто я вообще такой, чтобы играть в эту игру? Скорее всего, так и есть. Так обычно бывает. Я уверен, тут столько приколов всяких. Что такое вертиго, блядь? Нет, оно растет не от падения, оно растет просто так. Вот сейчас схуяли оно поднялось, и звук такой очень странный был. Я не понимаю, что это такое. Так, даже нам, по-моему, туда. Я пытался понять, ребят, честно, я пытался понять. Но что это такое, непонятно. Опа. Так, где-то тут я наебнулся. Нет, я на трубах наебнулся. Слушай, ну я быстро вернусь, всяко быстрее, чем первый раз. Ну, конечно, когда ты знаешь, то понятно, что легче. Так, нам все равно вниз. Что такое вертиго, блядь? Причем никто не объяснил даже. Никто не сказал, не рассказал, не показал. Что это такое, что за проценты? Вдруг там что-нибудь пиздец какой-нибудь произойдет, если он наполнится. Скорее всего, уж так и есть. Он не должен наполняться, наверное. Наверное. Чисто в теории. Так, мы здесь. 129 метров. Я забыл, насколько мы там далеко убежали. Я на трубах упал? Или дальше? Подожди, я здесь точно был. Вот тут я где-то ёбнулся, нет? Что там? Дух растет. А, вот эту хуйню я не понял. Подожди. Написано вниз. У меня как будто ощущение просто, почему я ёбнулся, потому что мне кажется, вот так надо, нет? Как будто, блядь, это обманка какая-то. Вот я бы вот так сделал, похуй. Блядь, дурак! Я реально подумал, что там есть этот проход. Реально надо было вниз, что ли? Так, подожди, так вот представим, что я упал вниз. Или так не работает, блядь. Где я вообще? Выглядит неперспективно. Выглядит очень... Это типа я сейчас должен засейвить и туда, максимум, да? Я смогу вообще туда допрыгнуть? Да. Ну, то есть какие-то, видишь, выходы из ситуации есть. Это, безусловно, радует, но я реально не понимаю, куда там надо дальше. Либо я спешу. Сейчас давай последний раз зайдем туда. Просто реально залипательная херня. Я не думал, что она так меня за это самое... Сейчас. Мы хотя бы будем знать потом. А то что-то как-то очень странно. Я прям недопонял даже. Вот это вообще изи, тем более ты знаешь, когда снизу, что есть безопасная эта штука. О, фига, можно долетать. Тут вообще нечего бояться. Вот тут уже сейчас будет не по себе, потому что внизу как бы обрывчик. Мы как бы через центр карты херачим.
Это прям не очень. А, нет, там все равно подушка-то снизу есть. Че, подушка? Ну, это, ну я понял. Угу. Так, куда, блядь, там надо? Ля-ля-ля-ля-ля. Это мы сейчас, да-да-да, вот я не понимаю искренне. Опять дух растет. Че это такое? Так, вот сюда. Вот что? Я ж не допрыгну. А, допрыгну! Ёптить. Охереть! Кто бы мог... Реально? Блять. Не, ну это, я тебе говорю, ну заспидранить, как по мне, с первого раза, это... Бля, пока бегу, надо бежать, как говорится. Так, подожди, это невозможно с первого раза заспидранить. Так, а что дальше? Я там был? Я уже... Я единственное, что не могу, видишь, запоминать, откуда я прихожу, блядь. Так, стоп. Вот это очень странная херня. Ой, блядь, вот это сейчас было еще более странно. Туда все-таки? Нет. Я отсюда пришел. Ля-ля-ля-ля-ля, выступ и тупик. Чего? Подожди. Тут написано, что надо упасть. Это точно правда или это какой-то обман? Я с другой стороны, подожди. Ну и что, упаду я. А дальше что? Блять, это странно, подожди. То есть вот, максимум, куда мы можем попасть, это вот... Чего? Подожди, и что дальше-то мне делать? Тут даже не видео, ничего нет. Подожди, все, тупик! Мне надо наверх, я прошел игру, 143 метра, пацаны. Может, это реально обход там? Все-таки это, может быть, не фейк? Подожди, если сюда... Подожди. И чё? Бля, подожди, это где вообще? Так, ну здесь мы точно не были. И мы реально... Мы реально обошли, что ли, ее? Подожди, где я? Опять написано вниз. Блядь, мне это не нравится. Кусты мешают, пизда. Так, подожди, вот тут понятно, интуитивно. Тут интуитивно уже понятненько становится. Охереть, 145 метров, ребята. Я сейчас, может, пройду игру? Мне реально сложно закончить, она реально охренительная, прикольная. Что-то рушится там. Все, это очередной... Не, ну там пизда еще карабкаться. Ладно, все, херачу, пацаны. Так, а это куда? А, это сюда. Так, это сюда. Это сюда. Это сюда, это сюда. Скорее всего, вот этот выступ здесь неспроста, хотя... Хотя... А, ух ты, бля, я уже шарю, смотри, где проходы какие есть. Прикол. Так, прикол. Туда точно? Блять, ебать, я ниндзя просто. Я просто местный ниндзя, пацаны. Я хер знает, как я это делаю, даже не спрашиваю. Подожди, или я отсюда пришел? Подожди. Какой-то обман как будто, нет? А куда я пришел? Я же сюда пришел отсюда? Блять, я отсюда... Стоп, подожди, ничего не понял. А куда мне туда? Так, ладно, тут уже должна башка работать. Тут должна работать башка, пацаны. Туда? Ну, выглядит не перспективно вообще. Выглядит не очень перспективно, прям честно вам скажу. Подожди, если... Так, а куда? Подожди. Я прям, знаете, я начинаю нервничать, блядь, когда не понимаю. Как будто это понятно. Блядь, ну нет, 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 ну херня же. Ну, я должен как-то туда попасть позже или не... Вообще, нахера мне туда? Чтобы попасть туда? Может, надо туда долететь? То есть ты должен, видишь, эти ходы как-то еще понимать? Если тут просто по низу пока пройти. Если по низу пройти, начать чуть раньше подниматься, например. А, нет, подожди, так мы тут были. Подожди, мы тут были. Это оно и же есть. Блять, я реально путаюсь, подожди. Нет, стоп. Тут по-любому надо на синюю прыгать. Только где и когда и зачем? Окей. Рискую. Хули. Я надеюсь, там будет, блядь, выход из ситуации. Понял. Выхода из ситуации не имеется. Блядь, это очень опасно, на самом деле. Вот почему. Короче, ребят, ну вы поняли, да? Вы поняли, что здесь есть некие тру... Хуя.
Я специально уже, ладно, все, давайте. Давайте вниз. Что такое вертика 6%? Ну, как бы, это дух, только на что он влияет? Конечно, друзья, спустя 35 минут это было обидно, но я понимаю просто, насколько там наверх, и это бесполезно. Ребят, кто ждет? О! Десять процентов. А чего он растет? От АФК типа? Не понял. Подожди. А в чем прикол? Подожди. А в чем прикол-то? Блять, нахуй я сбил. А, не, подожди, я смотрю наверх, ему типа страшно становится? Или что это такое? Я хочу узнать, что произойдет. А, может, когда он смотрит вниз, у него дух захватывает, а когда он смотрит вверх, дух захватывает? А смысл только от этого? Как это мне помешает проходить? И что будет? Скример сейчас? В чем прикол? Кто-нибудь понимает, для чего этот вертига нужен? Он прям так обозначен в процентах, еще снизу слева, он еще копится. Я думал, может, это типа сразу попытку... Короче, ребят, я за. Давайте просто найдем времечко и пройдем это. Потому что это залипательно, это интересно, это будет, опять же, очень нервно. И в целом вот так подпривыкнув. Я думаю, что мы дойдем туда быстро, минут за 15, я думаю, да? Должны, по идее, даже если не быстрее. А дальше уже, блядь, интересно. Там, скорее всего, чем выше... тем хуже. Друзья, вот такая вот игра. С первого взгляда, да, вот у меня вот было ощущение, что Current Run 3. А вот есть, подожди, Practice есть. Зачем Practice? Ну ладно, 160 метров, да, пока что мой рекорд. Друзья, оценивайте видосик, оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на канал, если тут впервые, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видосики. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.